Сразу два чиновника городской администрации сегодня лишили своих должностей. Глава управления образования Алексей Лобков и глава департамента соцразвития Сергей Сетов. Увольнение связывают со скандальным ремонтом 72-й школы. Его не успели закончить к 1 сентября, и 900 учеников уже четвертый год вынуждены будут ходить в соседнюю школу. Исполнять обязанности главы управления образования назначили заместителя Лобкова Татьяну Сидикову. В отставку отправлен и Сергей Сетов. Он был заместителем мэра и руководил департаментом социально-экономического развития. Этот департамент Эдхам Акбулатов также обвинил в затягивании сроков сдачи школы. Исполняющим обязанности назначен заместитель Сетова Александр Цаплин. В пресс-службе мэрии пояснили, оба чиновника написали заявление по собственному желанию.